Итак, мы начинаем. Я присоединяюсь к голосовухе. Так, меня слышно. Все, меня слышно? Да. Мы начинаем стрим по просмотру Зауриана Таргета Carnivorous Corporation на нашем дискорд-сервере по хищникам. Да. Let's go. Третья серия. Другие серии мы смотреть не будем. Идите, смотрите сами. Ссылка в описании. Туда. На. А если вы хотите присоединиться к нам, то ссылочка будет также в описании. Дискорд-сервер по хищникам. Ага. Так, стрим. Сейчас отлагает. Все слышно, все видно? Да. Все видно. А, аудио как? Аудио я не слышу. Попробуй включить на секунду. Илья, какой нам эпизод нужен? Нам нужен третий эпизод. Можно на максимум? Эпизод 3. Не слышно, да? Да, не слышно. Ну, так. Так. Во, теперь хорошо слышно. Отлично. Отлично. Наконец-то Зауренти Органт. Блин, какой же он крутой. У брахиозавра, кажется, странная штука на шее. Да, у него там три шипы, как у игуаны. Димитродон Нотикс, или чё? Ноктис, типа ночной. А-а-а. Ты, по-моему, знаешь все языки света, да? Ну, типа... Я же не зря на привычку учусь. Офигеть. Я русский не знаю. А тут чужой язык. Подруби субтитры на русском. А то мы тут не все мастер-майнды, я думаю. У тебя даже раскладка английская. Чувак! Камон! Во, наконец-то. Новые динозавры. Чё там у нас? Пахицефалозавра, я не успел. И вышел. Чё там у нас? Нифига себе. Это рыба там есть ещё. А, это мозазавр. Прикол. Мечикасу. Мечикаса. Космосорос. Правда, шипы на жопе странные. Растянуло их. Мне нравится, как у текстур есть какие-то, знаешь, будто бы вены торчащие, или что это, для детализации. А мне, ну, вроде нравится, что они в местах там немного размытые. Ты видишь, у него металлические рога. И глаза. Прикол. Бионикл динозавры мод? Что? Терминатор. Carnivorous Terminator мод.
Точно. Запись не идет же, да? Запись идет. А, да? Да. Ой. Понятно? Да, твой маленький детский голос услышат все. Прикольно. Дилофозавр странный. Ну, мне... По-моему, у него шея слишком толстая какая-то. По-моему, это мешок у него какой-то. Слишком маленькая. Чтобы ты ее не значила. А возможно. Что у него с глазом? У них и зубы у всех тут странные какие-то. Как у китов, знаете, усы эти во рту. Щетка. Да, вот это вот. Блин, мне так нравится этот перенос мобильных динозавров в ПК-версию. Там есть дилофозавр, он так круто выглядит. Он выглядит лучше всех добавленных в мобильную версию динозавров. Понятно. Мне нравится, что у Галимима наконец-то ноги острые. Ну, точнее, эти когти на ногах. Что, охотничий динозавр Галимим? Чего? Да, типа начальный для новичков. Лол, прикол. Ну и интересно. Кажется, что вот эти мясные щеки внутри очень странные. Лол, яйца. Balls. Ха-ха, да, так еще лучше. Ну это чисто пара зауралов. Мощно стянутый. Блин, мне нравится, как трицератопс шагает. Просто посмотрите на это. Широкий трицератопс шагает. Прям так массивно. Да. О, у него есть клюв. Ох, ностальгия, вопросы эти на карте. Кстати, какие именно динозавры были на радаре вопросами? Игуанодон и кто еще? По-моему, целый... Я плохо слышно. Меня плохо слышно? Да. Теперь... Мачопы. Мочёбы. Подожди, теперь меня слышно? Да. Во, нормально. Будь он стрёмный. У меня Дискорд теряет микрофон почему-то. Он урод, по-моему. Но он явно недоделанный. Да. Не то, чтобы его вообще доделывать. Странное, что ли? А, я думал, он Доминус Рекс. Не, ну он прикольный, он типа сочетает в себе разные стили. Оригиналы более такой настоящий.
А, смертельные зоны вон отмечены. Грудь и шея. Сверху. Да. О, у него лапы друг на друга смотрят. Наконец-то. Чего? А. Блин, было бы круто, если бы он оставил ему анимацию прыжка. О, скины. Болотный. Паразавр болотный. Опа. Во! Блин, круто. Угорь, можешь сделать экран шире? Так? О, да, хотя бы так. Блин, как мне нравится. Похоже на скин из миграции. Из фильмов. Точно. Из миграции. Так, а вы уже говорили, то, что там спинозавр, похоже, из парка, как будто. Наверное. Просто у меня баг был, я не слышал вас. А, это шипы. На хвосте у пахи. По-моему, они какие-то слишком большие. Хотя я думаю, типа для стиля игры более утрированные, наверное, нормально. Мне не очень нравится, как он делает им рты. Они как-то странно открываются. О, Мосс Хопс. О, ты вернулся. И я нашел VPN. Прикольно. Ура, победа! Победа после победы. Ну уже похрен. Блин, какой прикольный Димитродон. Был бы он охотничий. Было бы круто, если бы мог атаковать. Или он может атаковать? Не знаю. Это было в предыдущих сериях, но мы все прослушали. Он может атаковать. Он должен атаковать. Мосхопс. Мачопс. Москахопс. Москахопс. Also, guys, here's a fantastic bit of fresh content for you. Poerex, Raptorclaw, and I all collaborated on a carnivore-style version of that steamed hams meme. О боже, это же артефакт той эпохи мемов. Came up with the idea and asked if I wanted to be on. Блин, Симпсонов. Кто-то помнит Симпсонов. Они, по-моему, до сих пор выходят. Да, но они в России это не показывают. У этих, у 2x2 кончился контракт. Я не следил. Я тоже. Просто это не видел в интернете. Next time. Oh yeah.